Не опять основа. Бульвар Жванецкого после недавней реконструкции не пережил зиму. С начала апреля поплывшую плитку решили переложить. Масштабная реконструкция за 45 миллионов гривен продержалась меньше полугода. Полная стоимость ремонта бульвара стоила бюджету 90 миллионов. Город успел выполнить только первую часть реставрации. В день сдачи объекта одесситы некачественной плитки внимания не придавали. А уже через пару месяцев пешеходная зона начала буквально уходить из-под ног. Руководство Одессы заявило, что виной всему автомобили, которые проезжали по пешеходной части бульвара. Подрядчик продолжает реконструкцию второй очереди бульвара. Как долго плитка выдержит длительную эксплуатацию, неизвестно.